Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. І сьогодні в нашій студії народний артист України, директор театру «Маски», дом клоунів Борис Барський. Вітаємо, Борисе Володимировичу. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Ми дуже раді, що нарешті довгоочікуваний сезон розпочинається вашого театру. Вже дуже скоро відновлення виступів у літньому театрі буде та у домі клоунів. Уже можемо сказати, що це случилось, в принципі. Це не тільки нашого театру, взагалі це геніальна ідея була Єлени Григорівни Рідько. Я не знаю, точно ли. Но я услышала от Елены Григорьевны, что у нее мечта такая возродить летнюю площадку «Горсад». А это всегда была концертная площадка, городская площадка. Потом она долго стояла замороженная, потом долго за нее дрались, потом она стала как бы площадка городского сада для всех жителей. Не каждый может прийти туда просто отдохнуть. И вот появилась идея возобновить там программы, возобновить спектакли театра музыкальной комедии, дома клоунов, театра «Маски наш», театр на Нежинской. «Черный квадрат» подключился тут же, «Квартал концерт» подключился. Я уже краем уха слышал, что «Квартал концерт» собирается открывать на морвокзале летнюю площадку. Вот. И как-то вот мы объединились все вместе и дружной такой командной, театральной командой. Вот летняя площадка «Горсад» наконец вот она уже практически работает. Ну, про задуму, сценарії та ідеї ми ще поговоримо, але для початку, наскільки сумували взагалі за глядачем за період карантину? Это катастрофа. Это даже не то, что печалька. Это катастрофическая печалька. Потому что актер, он как донор. Он привык отдавать, он отдает свою энергию, он как плодово-ягодное дерево. Если с этого дерева не снимать плоды, оно одичает, оно действительно одичает. И мы начали одичать постепенно, так каждому не хватает внимания, каждый начинает чего-то нудить, и так, а может быть, все то, чем мы занимались, никому не надо. Говорю, ребята, стоп, вы проснитесь, вдумайтесь, нам 35 лет. В этом году «Маскам» реально 35 лет исполняется. Витаю. Официально. И официально мы с 84-го, но мы были как ансамбль пантомимы и клоунады Одесской филармонии. А в 85-м появилось название «Маски». Мы вошли в книгу рекордов Гиннесса по количеству лет в едином составе. Мы, это было 30 лет, а уже 35, мы еще 5 лет в едином составе. Нашим именем назвали звезду в созвездии Персея, она называется «Маски». Мы выпустили больше 80 серий сериала телевизионного, аналогов такого вообще нет. Нам город дал театр, мы сделали 12, на сегодняшний день 12 спектаклей. Ну, про це взагалі було потрібно окремо. І думати о тому, що ми нікому не потрібні, це катастрофа. Я взагалі, у мене було відчуття, коли от зайшов розмов, що все, можна наконець відкриватися, я вспомнив слова цього космонавта американського, цього Олега Лундстрема, пошучу, який сказав, що це небольшой, коли на Луну ступив, що це небольшой шаг для одного чоловіка і огромний шаг для всього людства. Так от це для всього нашого одеського людства, це огромний шаг відкриття театру. Для всього одеського гумористичного. Взагалі. І про, насправді про ювілей можна взагалі окремо документальне кіно навіть знімати. А що стосується оновлення програми та сценаріїв за період карантину, мабуть, нові ідеї народилися. Якою буде ця програма? З чого розпочнеться саме? Які прем'єри очікують глядачі? Ну, от, починаючи від відкриття літньої площадки «Горсад», ми поставили спектакль, який називається «Атака клоунів». Це дивертисмент. Сментная программа из концертных номеров. Эти концертные номера – это лучшие номера, которые мы собрали за 35 лет. Вот мы показывали эту программу много лет. Это единственная программа у нас была. У нас появлялись какие-то новые номера, мы старые откладывали в сторону. Она становилась сильнее, мощнее, интереснее, веселее, смешнее, энергичнее, позитивнее. Вот. И эти номера, какие-то номера мы играли 35 лет назад. Кстати, вот все помнят номер «Мана Мана Тинтин Четырырым». Этому номеру уже, ну, больше 35 лет. Это же классика. Например. Вот, классика, да. Там эксцентрический танец, танец с сигарами, тоже уже лет, наверное, 25. Вот, и мы до сих пор можем, и умеем, и хотим, это самое главное. И, как говорят, что не отсырел порох в пороховицах, и ягоды в ягодицах, так что все нормально. Это лучшие номера, лучшая программа, и мы решили вот этой программой. Ми повинні обов'язково відкрити літню площадку. Яке буде продовження, саме відкриття вже у Домі клоунів безпосередньо самої програми? Та якісь, можливо, будуть нові виступи, нова програма?
Вот я говорил, что у нас 12 спектаклей, меня жена все время поправляет. Я говорю, что у нас 12 спектаклей, 9 из них авторские. Она говорит, вот ты говоришь, что не просто авторские, а именно вами созданные, вами написанные. Там вот именно мной 5 спектаклей написанных. Это «Ромео и Джульетта», это комедия. У меня не получается, как у Шекспира. Я не знаю, как он находил темы для трагедии. Все смешно, все, что вокруг нас происходит, это все очень смешно. И поэтому это и «Ромео и Джульетта» комедия, и «Отелло» тоже комедия, «Евреи и Евредика» обалденная комедия, потом «Дон Жуан» просто блестящий. Мне так нравится, когда мне звонят друзья иногда и говорят, ну какой спектакль можно с детьми сходить? Я говорю, а сколько ребенку? Ну 3 года. Я говорю, да берите, все, дети очень хорошо чувствуют энергетику. А в этом спектакле в «Дон Жуане» все время появляется какой-то клоун-паяц. В самый неожиданный момент напряженный он появляется и кричит «Праздник!» и все начинают танцевать. И потом вот пришли друзья, посмотрели этот спектакль, утром позвонили, я говорю, ну как, этот ребенок, он раньше всех смеялся во время спектакля. Говорю, ну как, понравилось? Они говорят, ты чего, говорит, это, ну, он с утра проснулся и заставляет нас играть в ролевые игры. Я говорю, слушайте, вы меня пугаете. Они говорят, нет, он кричит «Праздник!» и заставляет нас всех танцевать. Вот, и это вот только вот 4, там, я не говорю про Моцарт и Сальери, 4-5 пьес только мои. Дальше это опять та же «Атака клоунов», потом «Маски в кубе», обалденный спектакль, «Ночная симфония», спектакль, который мы очень редко играем, но это абсурдистский юмор, и много людей, которые вот в Фейсбуке я видел отзывы, они пишут, ребята, это круче любого наркотика, просто это поворот мозгов конкретный. Потом мы играем спектакль «Одесский подкидыш», это Георгий Андреевич Голубенко написал пьесу, специально нам подарил ее. Играем двумя составами, это Георгий Делиев, Наташа Бусько и я, автор, и еще один состав, это Леша Агапян, Таня Иванова, это, если зрители помнят, конечно, видеожурнал «Каламбур» был очень смешной, «Деревня дураков», Таня Иванова бегала со всеми со сковородкой. И совершенно 2 разных спектакля получились. И вообще Георгий Андреевич, у него манера письма, у него интеллигентность, его какая-то аура. Это не жлобский спектакль про Одессу, там нет такого, что там «Жора, подержи мой макинтош». Я когда еще багато глядачів та любителів взагалі гумору досі проглядають ці відео, і під час саме цього періоду карантину багато театрів переходило на режим онлайну, намагалося якось підтримувати глядачів якимось відео та записами, можливо, прямих ефірів чи у записі. Можливо, щось також у вас народилося? Я думаю, що з одної сторони мені казалось, що це неправильна ідея, грати спектакль на пустому залі невозможно, тому що спектакль – це живе спілкування, і він не буває одинаков, і просто різні зрители, разные спектакли. Но это есть очень хорошая идея, она, в принципе, продвинута и на Западе, и в Европе, и в Америке, когда снимается спектакль вместе со зрителем, вот, а потом он выкладывается, к примеру, в каких-то коммерческих каналах, если ты хочешь посмотреть этот спектакль в хорошем качестве, ну, с живой реакцией зала, то ты там платишь какие-то деньги, ну там 20 рублей заплатил, вот ты посмотрел этот спектакль. Но это и поддержка актеров одновременно, потому что просто так вот пускать спектакль в онлайн, ну и хорошо, а зрители могут нам присылать фотографии гривен, да, и мы можем, они посмотрели спектакль, мы посмотрели на гривни. Я маю на увазі не тільки, можливо, спектаклі, а ще й такий формат, як записи відео, чи кліпів, чи взагалі таких сітком, ну, тобто, новий жанр. Ну, це ми балувались, і так, це ми самі для себе балувались, і ми у себе, кожен на страницах виставляли, Жорик много, Георгій Делів, много музики, він же ще й музикант, у нас лидер, у него группа «Мастер-класс», и он музыкальные клипы какие-то снимает и какие-то выставляет ролики, и канал у него в Ютубе. Вот, я выставлял какие-то вещи, которые вот «Летающий цирк Монти Пайтон», я вот во время карантина этой обсервации, я понарезал нарезки, сделал просто самого смешного, вот то, что меня веселит, то, что я могу бесконечно смотреть. Есть какие-то вещи, вот, которые мы смотрим, к примеру, там «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию». Вот ты зашел, а телевизор включен, и оно идет, и ты будешь сидеть и смотреть, ты никуда не... Ты наизусть знаешь. Не можно вырваться, потому что ты знаешь все тексты, ты можешь за них это говорить. Но оно настолько вот видно сделано с любовью. У меня папа всегда говорил, что все прекрасное делается с любовью, а потом делал паузу и говорил, посмотри на себя в зеркало.
Я понимав, блін, папа молодець, постарався. Я знаю, що ви взагалі займаєтесь дуже багато ще й поезією. Я дуже полюбляю вашу творчість. Можливо, за час цієї карантину та такої самоізоляції в цьому напрямку також щось нове народилося. Можете, можливо, ну, не щось... совсем, но появилось какое-то настроение, я вспомнил стих. Я ще два слова скажу. Є ще дуже класний спектакль «Прийшов мужчина к женщине». Это Леша Агапян играет із Ірочкой Охотниченко. Потрясающий просто. Причому я тільки недавно догнал, что аббревиатура этого спектакля ПМЖ. Спектакль называется «Пришел мужчина к женщине». И вот тут до меня доходит, подожди, «Пришел мужчина к женщине» на ПМЖ получается. Вот. Но он такой трогательный. У меня такое ощущение, вот я ни на секунду, глядя на сцену, ни на секунду у меня не появилось желание посмотреть на часы. У меня было такое ощущение, что так вот я набрал воздуха, так, и вдруг первое отделение кончается, но прошел час. Вот. И он и трогательный, и какой-то такой душевный, и такой добрый, просто теплый. Потом город, который я вижу во сне, вот год этому спектаклю исполняется, это спектакль-мюзикл, мы там шутили, что это стендап-мюзикл, такого жанра нет. 16 песен в этом спектакле, потрясающих, как бы авторских песен. Я уверен, что если выпустить диск, то через неделю-две запустить на радио, вся Одесса будет петь эти песни. Андрей написал... беседа. Дуже гарна ідея. Потрясаюча просто, музика потрясаюча. Я сделал этот, премьеру отыграл 28 февраля, отыграл премьеру, опять же, Георгия Андреевича Голубенко, «Рыжий город», 7 рассказов «Рыжего города», я сделал премьеру, и вдруг все рушится, и все, я не могу играть. А как, это ребенок, а ты, считай, вот ты родил ребенка, тебе хочется похвастаться, показать. У меня даже собака родила, когда ребенка, она видит, я подъехал, к примеру, она прибежала и говорит, идем, я тебе покажу. Вот. И повела. Она же вот животное, она понимает, что ну, хочется поделиться. И у меня этот спектакль, я не могу поделиться. Еще хочу таке історичне питання. Враховуючи, що цього року буде 35-річчя, взагалі комік-трупи, маски. Дуже цікаво, як взагалі зібралися та коли саме ця дата очікується? Коли саме і як? Ну, реально, це где-то вот как на день города, там, типа, вот второго. Вообще, я там все время предлагал, говорю, ребята, давайте сделаем 22-го. У меня день рождения, во-первых. Во-вторых, мы будем гулять все вместе и сбрасываться все вместе. Не должен же я каждый день рождения выставлять вам. Вот. Ну, это вот в районе, там, конец лета, начало, вот первые, ну, сентябрь. Як прийшли до цього, щоб зібратися та розпочати цей шлях? Такий? Я всегда считал, что хорошее притягивает себе хорошее. А плохое отталкивается и не прилипает. Я всегда по такому принципу жил, и причем он работает 100%. Я всем желаю, зрителям желаю, чтобы к вам притягивалось только хорошее. Мы так притянулись друг к другу. И зрители, которые любят нас, которые приходят на наши спектакли, они тоже нас любят, и мы их любим. Поэтому мы все хорошие. И дуже хотелось почути від вас вірш, якщо можна, якщо... Ну вот это вот то состояние, состояние эйфории, в котором я сейчас нахожусь, и у меня такое стихотворение... Я снова жив, я снова есть, я снова 36,6. Я снова веселящий газ, я сам себе и в бровь, и в глаз. Я снова чувствую дорогу, стал изворотливей ужа. Я сам с собой хожу не в ногу, по кромке лезвия ножа. Неважно, главное иду, я снова сам с собой в ладу. Я снова здесь, не там, не где-то, и я свой самый лучший друг. Все снова розового цвета вокруг меня, со всех сторон меня вокруг. Проходят розовые люди, и я весь розовый стою. Так хорошо, возможно, будет, когда я хожусь в раю. А может иначе, не знаю. Я не судим, я не сужу. Я снова счастлив, я летаю. Отчего? Не расскажу. Дуже-дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Сьогодні в гостях студії репортер, народний артист України та директор комік-трупи «Маски», Дому клоунів Борис Барський. Дякуємо, Борис Володимировичу. Мене звати Дмитро Богомолов, ви дивилися студію «Репортер». Приходьте на спектаклі та насолоджуйтесь життям. З вами була студія «Репортер», залишайтеся з нами.